Всем привет, дамы и господа! Сегодня будет очень важный эксперимент. У меня есть вот такая вот банка аскорбиновой кислоты. Она уже пустая. Что будет сейчас в эксперименте? Тут написано 200 дрожжей. Я сейчас пойду в аптеку, куплю такую же и пересчитаю все дрожжешки. Узнаем, 200 ли их на самом деле. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у вас есть аскорбинки в дрожже? Они сладенькие? 62 рубля. Сладкие? Аскорбинки не сладкие? Ну, бывают же кислые. А просто какая-то упаковка другая. Смотрите, их здесь 200 штук. Да. Там правда будет 200? Если я пересчитаю, если давай, будет больше. Считайте. Можно, да? Хотите просто сейчас оплатить, оплатите, считайте, съешь. Видите, она упакована абсолютно. Просто это эксперимент, их там 200 или нет? Что? Давайте оплатим, да, и узнаем. Есть. Давайте, было бы 62 рубля. Угу. Да. Можете оплачивать. Угу. Можете отправить. Спасибо. Пожалуйста. Все. Так, можно приступать. Вот у меня упаковка аскорбинок. Сейчас я их высыплю в тарелку и буду считать. Вот, она запечатанная. Что-то не открывается у меня. Сейчас зубами надо как-нибудь. Что ж такое? Так, ну все, короче, видоса не будет, я не могу открыть эту хрень. Я не могу ее открыть. Еще мне в ВК пишут, но ВК это мелочь. Оп. Оп. Смотрим, да? Засыпаем. Все, вот они все. Теперь я их буду складывать в баночку с помощью пинцета. Ну, считаю. Так. Блин, как-то я неудобно все поставил. Мне вообще тут неудобно сидеть. Ну ладно, так буду. Одна. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать две, двадцать три, двадцать четыре. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, куда, мать твою, 47, 48, 49, 50, так уже 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, блин, куда уже, 63. Так, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 70, дэммит, 79, так, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, соточка. Так, первая сотня готова. Поехали дальше. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, число забыл, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160. Что-то мне подсказывает, что их там 200. 161, 162, 163. 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190. Так, финалочка. 191. 192. 193. 194. 195.
196, 197, 198, 199. Двести. И одна запасная, так я понял, одна запасная. Вот, все, больше вроде ничего не уронил. Итого в банке 201 дрожжешка. Одну они положили про запас. Это хорошо, правильно. Так что фармстандарт, красавчики, не реклама. Еще какая-то бумажка. Это АСМР, видимо, АСМР, ребят. АСМР, да? Свидетельство. Угу. Ну ладно. В общем, я выяснил, что в банке, где написано 200 дрожже, была 201 дрожже. Таким образом, 200 здесь точно есть. Ставьте лайки.